Детский сток. Викитс называется данная позиция. Футболка на 146-152 сантиметра рост. Кстати, микс демисезонный. Тут уже осенний, скажем, вещи потеплее. И с длинным рукавом 134-140 сантиметров указан рост. Далее трусики. Размер L. Честно слово, не знаю, на какой возраст. Видимо, лет на 12. 95% хлопка здесь. Далее леггинсы 122-128 сантиметров указан рост. Возраст, в принципе, идет от 0 до где-то 12-14, возможно, даже лет. Сейчас мы посмотрим. 98-104. Это, наверное, на 2-3 года. Скорее, на 3. Так, и 134-140 сантиметров здесь указан рост. Кстати, все из хлопка. Ткани хорошие. Состав натуральный. 146-152 сантиметра указан рост. Цвета более-менее яркие, но учитываем то, что это уже осенний микс. 134-140 сантиметров указан рост. Поэтому цвета не столь яркие будут, потому что зимние вещи, осенние вещи, они более темных оттенков. 98-104 сантиметра указан рост. Футболка. Здесь у нас получается 122-128. Леггинсы на девочку. И вот девчачья кофточка. 122-128 сантиметров. Рост указан. Какого-то брака здесь нет. Вещи в хорошем состоянии. 122-128 сантиметров. Рост указан. 152 сантиметра. Джинсы современные. Зауженные, узкие. Так, и 92 сантиметра. Здесь у нас указан рост. Примерно года на 2, скорее всего. Далее 110 сантиметров. Рост указан. То ли мальчиковая, то ли девчачья. По-моему, на девочку все-таки. 122-128 сантиметров рост. Конечно, больше всего вещей на девочек, на мальчиков мало будет. 140 сантиметров. Это шорты и джинсы. 164 сантиметра. Так, далее 98-104. Повторы есть, потому что сток 146 сантиметров, рост указан. Вот здесь хорошая посадка. На остальных не обратил внимания, честно говоря, что-то просто взгляд упал. 164 сантиметра указан рост. А, вот тут есть пятна. Маленькие, еле заметные пятна. Где-то, видимо, на витрине или что-то, или примерочно испачкали. 92 сантиметра рост указан. 146-152 сантиметра рост. Здесь 134-140 сантиметров у нас указан рост. Так, 92 сантиметра. Кстати, миксы небольшие, по 10 килограмм, 92 сантиметра рост. Демисезон, как я уже говорил. Цена 24,2 евро. Не так дорого. 98-104 было здесь, 92 сантиметра. Рост указан. Видите, повторы. Размерный ряд даже получается, потому что они точно такие уже были, но другой ростовки. Здесь рост указан 134 сантиметра. Прямые классические джинсы. Элька. Наверное, лет на 12, скорее всего. Кстати, The Voice, Kids, это голос. У нас тоже есть такая программа по Первому каналу. Не знаю, кто смотрит, не смотрит. 134-140 сантиметров указан рост. И здесь у нас 164 сантиметра. Вот, кстати, 164 сантиметра, да, обратим внимание, это самый высокий рост. Больше, по-моему, не было. 158 сантиметров. Да, просто сами можете обратить внимание. 134-140 сантиметров указан рост. 146 сантиметров. Вот еще одна футболка. 98-104. 110-116. 92 сантиметра тут указан рост. И здесь 92 сантиметра. В основном, по-моему, вещи на 2-7. 98-104 вот снова. Где-то на 3 года. То есть от 2 до 7 лет большинство вещей. Вот 110-116, например, да, тоже. Где-то на 4-5, наверное, примерно. 164 сантиметра. Такие вроде были, или в другом цвете, или точно такие же уже. Повторы есть.
Так, Элька 158-164. Указан рост. Болеро 98-104 сантиметра. 158-164. Вот, скажем, подростковая, на более старший возраст, тут тоже есть одежда. И здесь 110 сантиметров на девочку джинсы. 146 сантиметров здесь указан рост. 110-116. Вот есть такая прикольная рубашка. 134-140. Все из хлопка. Синтетики нет совсем. 110-116 за исключением, кстати, вот я сказал вам, за исключением вот, наверное, вот этой юбки. Комбинезон. Здесь 122-128 сантиметров указан рост. Это тоже хлопок. Так, 146-152. Ну, как назовем, туника, наверное. Толстовка мочековая 122-128 сантиметров указан рост. Рубашка 170 сантиметров, кстати. 170 сантиметров все-таки. Я думал, 164 здесь максимально будет. И 146-152. Это у нас последняя вещь из этого мешка. И на этом все.